Володимир Семеноженко, академік Національної академії наук України, долучається до нашого прямого ефіру. Пане Володимире, доброго дня. Доброго здоров'я. Вітаю вас. Так, і доброго здоров'я. От хочеться дуже вас запитати про ці ліки, що ви знаєте. Я так зрозуміла, що ці ліки від компанії Pfizer, вони не замінять вакцину, так? Вони лише допоможуть лікувати коронавірус. Так як ми знаємо, що зараз ліків, спрямованих проти коронавірусу, як таких немає. Правильно я розумію? Звичайно. Смотрите, дійсно, ті лікарства, які зараз розробляються, це так называемые замедлители, или говорят, ингибиторы вот самой функции размножения вируса. То есть, если вы их употребляете, это означает, вирусы начинают очень медленно размножаться в слизистой носа, горла, легких. То есть, то, что, с чего начинается вот эта наша, к сожалению, серьезная болезнь, которая сейчас охватывает большое количество людей. И, конечно же, это есть как бы лекарства первой помощи, которые можно применять дома. Но это только начало разработки этих препаратов. Сказать, что это есть панацея окончательная, во-первых, еще рано, потому что только приступили к первой фазе клинических испытаний. А с другой стороны, смотрите, вот от гриппа обычного, сезонного, умирает больше, чем 500 000 человек в мире. Если бы метод вот создания таких ингибиторов протеазы был универсальным, то, наверное, можно было бы сделать и соответствующие таблетки от сезонного гриппа. И, к сожалению, видите, сколько людей болеет. Але ж ми пам'ятаємо, колись, пам'ятаєте, пане Володимире, закуповували цей Таміфлю, коли був свинячий Таміфлю, гриб, що нібито... Кстати, это тоже относится к тому же. Вот смотрите, Таміфлю есть, да, он дороговатый, но разве это является панацеей от всех бед? Даже успех, вот замедление размножения вируса иммунодефицита, все равно разве это решило проблему ВИЧа в мире? Нет же, не решило. Не, не вырешило, поэтому так. Это, да, поэтому это идеализировать ни один способ сегодня нельзя. Ни те же вакцины, безусловно, они должны помогать образованию антител, которыми мы встретим ту или иную мутацию, теперь, как мы видим, вируса. Должны быть лекарства, должны быть вот такие типа ингибиторов, как сейчас заявляет Pfizer и хочет в этом году уже начать производить. Пане Володимире, должны быть обязательно препараты, которые укрепляют вообще здоровье, иммунитет человека. Так, так, це абсолютно, це важливо. В нас лише хвилинка залишається на розмову. Важливий момент, зараз теж глядачі наші слухають ефіри, розмірковують, яка вакцина краще, збирають думки теж експертів, які долучаються до нашого ефіру. А от тепер з'явилася інформація про таблетки. От такі таблетки противірусного типу, наскільки вони, скажімо так, важкі чи легкі для організму людини? Тобто, що краще, колоти вакцину? Да, будь ласка. Нет, и то, и другое. Оба эти, это являются дополняющими друг другу средствами. Но побочные эффекты, мы теперь уже видим, существует и при использовании вакцин, и получается, мы получаем все больше и больше информацию. И, безусловно, есть и отрицательные побочные эффекты от использования любых таблеток, в том числе наверняка этих. Вот степень этой вредности как раз и может быть проверена на следующих фазах клинических испытаний. Лишь после этого, когда на людях все это будет попробовано, причем сложная очень процедура, сочетание, какую пищу можно принимать, как действует, тогда только можно сделать окончательные выводы. То есть надеяться надо, и мы только приветствуем такие разработки. Очень плохо, чтобы в Украине почти не проводим таких наших национальных разработок, потому что они просто не поддерживаются государством. Ну и ждем, конечно, что в итоге все более и более эффективно мы будем вот бороться с этим ковидом, который утомил всю нашу планету и в Пане числе, Володимире, нашу так, страну. Дякуємо. Сподіваємося, що таки вакцинація прискориться і таки скоро ми вже забудемо, що це таке коронавірус. Володимир Семеноженко, академік Національної академії наук України, був з нами на прямому зв'язку.